Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня мы в Пятерочке. Давайте сравним цены. Недавно была в ленте. Вот лук 46, в ленте 42. Да, 46,99. Тут везде, смотрите, 99. Морковь мытая 84,99. Морковь весовая, эконом, я так полагаю, 72 рубля 99 копеек. Огурцы 129. А вот такие вот 149. Картофель 44,99. Ну и новый 89 рублей. Также есть вот такие баклажанчики. Так, где у них цена? Видите, баклажан 259 рублей. Ну, в ленте приблизительно такая же цена. Перец 384. Так, томаты 149. И вот эти вот сливовидные 209. А вот эти, наверное, еще дороже, розовые. На них что-то цены нету. Но они мягкие. Так, запаха нету никакого. Вот эти по 169. Ну, такие оранжевые слегка. Да, и капуста 65 рублей 99 копеек. Так, лимончики по 149, мандарины 159 и яблоки 129. Грэнни Смит зелененькие. Бананы 89 рублей. Но есть вот такие ярко-зеленые. Кстати, такая же цена и в ленте была. Апельсины 99 рублей. Так, вот такие красненькие 109 сезонные. Так, ну и вот на этом, наверное, все. Груши по 224, такие красненькие, по 179 желтые. Ну, желтые вот вкусные, а конференция 299. Такие вот цены. Курочка, тушка, цыпленка 149 рублей. Прям свеженькие вот живые. Филе 299. Крылышко куриное 179. Так, голень 219. Ну, это крыло по 199 есть. Грудка 239 рублей. Так, ну вот курочку буду взять, но нести тяжело мне уже. Салатик вот такой пушистенький. 69 рублей. У нас еще вот пока своего нету, поэтому берем. Айсберг 109, как был. По-моему, такая же цена и есть. Вот он. Наверное, все-таки возьму, пока свеженькая. Да? Вот хорошенькая корочка. Запаха нету, неприятно. Ой, так возьмем. Ну, потащусь как-нибудь. Так, вот нежный майонез со скидкой сегодня. Или нет? А что тут? Нет, это не то. 20 рублей. Так, возьму маме с клубникой. Она любит. Так, ну у меня сын вот любит творог Активия. Или нет? Или я путаю? Так, домик в деревне, село зеленое. Так, а я люблю вот такое вот. Там есть еще 9%. 3 мая изготовлено. Ну вот и возьмем. Сколько оно? 119 рублей. Молоко 54 рубля. Волжские просторы. Довольно-таки нормальное молоко, вкусное. Кефирчик 34-35, в зависимости от жирности. Масло сливочное, мое любимое, Вкуснотеево. 82% с половиной жирности, 219 здесь сегодня. Волжский простор 149, но там 72,5% жирности. Ну и сыры какие вот.
Масло подсолнечное. Красная цена 109 рублей. Сколько там литр есть или нет? Нет, 900 миллилитров. Но остальное дороже. Вот на Альтера есть скидочка 167 рублей. Цена. Да, вот за 69 рублей можно купить золотую семечку пол-литра. Ну и 2 литра, это сколько будет? Больше 120 рублей. Так. Сахар 94 рубля сегодня за килограмм. Можно купить 5 килограмм за 399 рублей. Так, соль. Что с солью? Соль вот только такая здесь. А, вот, наконец-то завезли вот такую соль. Так, цена у нее какая? Сейчас посмотрим. Ну и соль вот эта, килограмм, 44 рубля. В ленте 18 рублей илецкая. Так, лимонная кислота, вот 61 рубль можно взять, но 299, конечно, дорого. Так, вот такую вот можно взять, пищевую. Я чищу чайник. Ну и разные загрязнения. Машинку стиральную можно на сыпь прогнать от накипи. Ну и мука. Вот такие цены. На рязаночку цена 124. Мою любимую. Ну уж вам какая нравится. Для блинов 79. Так, цельнозерновая мука. Вот уже она есть, 59. Я смотрю, что полезное. Рисовая, кукурузная имеется в продаже, льняная, алексеевская, цельнозерновая. Пишите, вот иногда, знаете, снимаешь, не видишь, а потом, бац, в своем видео увидишь. Ну, потому что глаза разбегаются, когда в магазине находишься, и у вас, наверное, точно так же. А на видео посмотришь, о, оказывается, прошла мимо, оказывается, есть. Ну, всем удачных, выгодных покупочек. А, подождите, покупочек удачных. Давайте посмотрим, гречка-то есть тут или нет. Глянем. Сегодня у них нету вот этих корзинок. Вон они все заняты. В процессе уборки в магазине. Вот. Поэтому таскаюсь с этой вот штукой. А где же у них крупы? Я прошла, что ли, мимо? Да, прошла. Сейчас посмотрим, крупы какие есть. Вот гречневая крупа. Макфа. 136 рублей. Ядрица. Мистраль 164. Так, ну и дальше рис тут. В общем, все есть, друзья. Селяночек 128 подешевле. Вот гречка. А, есть 99 даже рублей. Вот, вот вам, пожалуйста, гречка. Кто вплакался. Манка 36 рублей. Ну, все есть. Все, теперь на этом пока-пока. Всем крепкого здоровья, удачи, выгодных покупочек и отличного настроения. Пока-пока. Всех с майскими праздниками поздравляю. Опять появились вот такие конфетки, пятерочки с яблочным пюре. Беловежская пуща. Это выпускает Беларусь. Очень вкусные, нравятся, но цена у них уже 52 за 100 грамм рубля. Но все равно возьму. Мама любит вот темную ночку и лимончики вот такие вот к чаю.